И всех приветствую, дорогие друзья, у себя на канале. В данном видео я с вами хотел поговорить про проект, который я довольно давно уже говорил, рассказывал про него и объяснял, почему данный проект для меня сейчас является одним из самых интересных, именно который может за кратчайшие сроки дать уже хороший профит. То есть это не проект, в который вы там только сейчас начали делать активности, где-то через полгодика, годик будете получать реворд. Тут работает все намного по-другому, и сейчас я все-таки хочу объяснить, как это работает. Проект называется Project Hive. Обзор у меня на него есть, но я думаю, в ближайшее время я сделаю еще один обзор данного проекта, чтобы, ну, для тех, которые только пришли, сразу могли разобраться, что к чему и что за проект, чтобы не смотреть видео. Ну и плюс проект, честно вам могу сказать, не стоит на месте, развивается, движется вперед, поэтому есть про что еще добавить. То есть проект Project Hive, в целом это игра тоже, которая связана с NFT-шками, плюс вы будете за победы против других противников получать награды, эти награды можно тоже будет продавать, поэтому звучит довольно интересно. Я довольно давно есть в Дискорде данного проекта, участвую в нем, в их амбассадорской программе чуть ли не с первого дня, когда она запустилась. Поначалу я особо не был активным, то есть где-то 2 недели я очень мало делал контента и заработал где-то 200 очков. Сейчас как раз покажу, сколько очки вообще дают. Заработал где-то 200 очков. И вот сейчас давайте посмотрим, сколько у меня сейчас очков. Это я заработал то есть получается за август. Вот. Амбассадорка началась где-то в 15-х числах в 15-х числах июля. Вот. И я где-то с начала августа начал активно участвовать в данном проекте, потому что я понял действительно, зачем в него участвовать. И давайте напишем поинты. И сейчас с вами как раз посмотрим. Вот, 3000 поинтов. Как я говорил, у меня где-то 400 очков было, то есть в целом я заработал, грубо говоря, 3000 поинтов за месяц. Как работают эти поинты? Сейчас я вам объясню, все в целом очень понятно и расписано у разработчиков даже на их странице. Ну и в Дискорде тоже, но я в Дискорде буду вам показывать. Смотрите. Сейчас полистаю. Надо вам багает. Извиняюсь, не туда зашел. Так вот, тут рассказывается про то, что будет за эту амбассадорскую программу, которая проходит с 15 июля до 15 сентября включительно, я так думаю. Ну, в целом не столь важно, но все равно. Будет разыграно 270 миллионов токенов HGT. И многие скажут, а где этот токен, типа, камон, сейчас опять будем делать какую-то амбассадорку. Ну, не знаю, у меня такого опыта не было, но знаю, некоторые люди знали такое, что вот ты делаешь амбассадорку, и тебя потом просто, ну, проект не выходит, ничего не дает, поэтому такая себе идея. У данного проекта все со всем этим всем хорошо. У них IDO планируется как раз в этих же числах, то есть 15 сентября мы также увидим IDO данного проекта. Попозже я расскажу вам про NFT-шки, либо уже в следующем видео, но как раз я уверен, что и NFT-шки повзлетают у данного проекта. То есть в целом очень интересно будет. Как распределяются награды? Опять же, тут прям расписано, как, что и будет. Допустим, если в сумме весь лидерборд, это вот, если посмотреть сейчас лидерборд, заходим, это все вот эти участники, которые попали в лидерборд. То есть, смотрите, тут 79 страниц, то есть их 790. Кстати, их было до этого 600, как я понял, разработчики расширили. Ну, в целом, пускай. Я как бы не против. Вот, я, кстати, сейчас я на 92-м месте, но думаю, я доделаю активность, буду где-то в топ-70. У меня в топ-70 к концу недели всегда и получается выходить. Так вот, все, кто попадают в лидерборд, вот суммируются их очки. И если вот, допустим, к концу будет миллион, а по всем ощущениям будет миллион, ну, либо чуть-чуть больше, но не больше, именно поинтов, то ваш один поинт будет оцениваться как, получается, 270 токенов. А если вы заработали, допустим, ну вот я не знаю,
Ну, человек заработал, да, вот 5000 токенов. Это умножается на 270, потому что один токен. И вы получаете 1 350 000 токенов. По моим расчетам, то есть вот у меня 2 недели осталось, ну, 5, может, даже 5 500 я спокойно смогу сделать. Ну, не знаю, как по мне, это неплохо. Вот. И вот как раз получу я, допустим, эти 1 350 000 токенов, которые будут стоить по... ну, как минимум, цена IDO будет 0.2011. Если посчитать, сейчас я даже, может, калькулятор открою. 1 350 000 раз 2, 3 умножить на 0.2011. Мы получаем $1500 за в целом, ну, активность подписываться на, вернее, не подписываться, делать твиты, писать статьи и делать видосики. Как по мне, ну, это невероятно. Знаю людей, у которых и по 10 тысяч сейчас, и то есть у них будет там 12 тысяч. Вот давайте 12 тысяч. 12 тысяч умножим на 270, так как токены. То есть человек получит 3 миллиона токенов и умножим еще раз на 0.2011. То есть человек заработает $3500 просто за то, что он делает хороший контент. Если бы я, конечно, не 2 недели ничего не делал, я бы, скорее всего, ну, плюс-минус столько же у меня было, может, чуть-чуть поменьше. Вот. Поэтому награды интересные, амбассадорка еще идет. Думаю, у вас есть время. Сразу говорю, если выполняете хотя бы 1 неделю все задания, задания я попозже разберу. Если выполняете все задания, то я уверен, что даже за 1 неделю вы пойдете в лидерборд, то есть получите 800 очков. Давайте посмотрим. Даже чтобы вот вы знали, если просто сделать 1 неделю. 800 умножить на 270 умножить на 0.2011. То есть тоже $240 просто, ну вот так получится. Единственный риск, который может быть, это что токен начнут сливать, но честно, я не совсем в это верю. Даже если будут сливать, то как минимум по 50%, 50% от того, что я назвал, вы с большой вероятностью получите. Вот, я же не собираюсь сливать токен уж точно. Ну а причины я расскажу, наверное, в следующем видео. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, свои вопросы задавайте. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. В целом, ну, мне как бы вообще никакого смысла я от этого ничего не получаю. Просто для вас скидываю информацию, которая, как по мне, очень интересная, которую стоит прочитать, осознать. И плюс самые быстрые обновления я публикую именно сюда. На этом все. Всем пока.